Надо сказать, что более 200 было соискателей, заявителей. Из них 37 победили в наших конкурсах в прошлом году. Общий объем финансирования составил более 86 миллионов. Если говорить о направлениях, по которым они участвовали во всех 12 направлениях, в 10 из них они победили. Наибольшее количество победителей у нас по исторической памяти, там 15 победителей, 7 победителей в области культуры и искусства, 3 в области образования и остальные 1-2 победителя. Не победили в номинации, никто не победил, это общественная дипломатия и охрана здоровья.